Всем привет! Пожалуй, это будет самое короткое и содержательное видео, в котором я расскажу вам, как установить свежее программное обеспечение на спутниковый тюнер. В моем случае это SAT Integral S1228, но принцип установки одинаков для всех спутниковых тюнеров. И в конце видео я расскажу вам, зачем, собственно, обновлять программное обеспечение. Переходим к практике. Для установки последней версии программного обеспечения на ваш тюнер вам понадобится флешка со свободной памятью, на данный момент не более 10 мегабайт, и интернет. Ссылка для скачивания последнего ПО для тюнеров SAT Integral я оставлю в описании видео внизу. Если у вас тюнер другой модели, вы с легкостью можете найти последние версии ПО для него в интернете. Итак, скачиваем файл с обновлениями, распаковываем его. В нем будет находиться файл в формате BIN. Это и есть обновление программной версии для вашего тюнера. Переносите его на флешку, после этого входите в дополнение, включаете флешку в сам тюнер, входите в раздел USB меню и выбираете тот файл, который вы перенесли на флеш-карту. Нажимаете ОК. Вас спрашивают, хотите ли вы обновить ПО. Да. Нажимаете ОК и ждете, пока закончится объявление. Обновление это может занять некоторое время. Во время обновления желательно не отключать питание тюнера, не выключать его из сети. После окончания обновления тюнер перегружается. Теперь нажимаем меню. Входим в сеть, сетевые приложения. Все, наш тюнер обновился. Как видите, ничего сверхъестественного в этом нет. А теперь, собственно, зачем мы все это с вами делаем. В следующем видео я покажу вам, как с новой прошивкой вы сможете просматривать на вашем спутниковом тюнере такие приложения, как YouTube, TikTok и другие очень интересные приложения. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии. Всем пока!